Здарова, игроманьяки! Вас приветствует канал True Many Games и у микрофона Джейсон. Этот подкаст посвящается ближайшим планам на будущее. Я снимаю эту маску, чтобы показать, я обычный геймер, такой же, как и вы. Ну, может быть, чуть-чуть маньяк. В общем, на этих выходных будет небольшое затишье. Ну, а это затишье перед бурей, потому что на подходе у нас Assassin's Creed Unity. Это, скорее всего, будет совместное прохождение на платформе PlayStation 4. Дальше у нас выходит Far Cry 4, Ubisoft не перестает нас радовать. Потом выходит GTA на всех платформах. И здесь у нас будет, скорее всего, я уболтаю Фредди, чтобы он прошел ее от первого лица, и это будет еще то зрелище, я вас уверяю. А потом мы, наверное, снимем много-много-много-много роликов по GTA Online. И будем там вместе с Фредди гонять, а возможно создадим банду, пригласим подписчиков. Будем гонять все вместе. Правда круто? Да воцарит анархия и хаос на игровых просторах. Но и это еще не все, потому что ближайшую неделю-полторы мы устроим стримчик по Counter-Strike Global Offensive и возможно, я подчеркиваю, возможно, Call of Duty Advanced Warfare. Но, ребят, мы провели стримы, мы поняли, что Skype это не очень удачная идея, потому что мозг просто кипит и взрывается. Очень много людей хотят играть сразу, вместе, все друг друга перекрикивают, мы не соблюли возрастной цензор, это тоже внесло свои какие-то корректировки, в общем, полный хаос и анархия, как я уже повторял, но все-таки мы, наверное, в будущем обойдемся без этого, поэтому организацию стрима и подробные инструкции вы прочтете в нашей группе ВКонтакте, да, она у нас есть, это vk.com/tmgames, все просто и понятно, заходите, там, кстати, очень любопытно. О, ребят, чуть не забыл, 13 ноября у нас стартует розыгрыш трех ключей, то есть трех ключей на CSGO. Условия будут примерно одинаковые, так же как везде, это лайк, репост, подписка, оставляем свои данные, мы составляем табличку, из которой по прошествии двух недель мы выберем троих победителей. Все честно, у нас по-другому не бывает. Все условия вы найдете в группе ВКонтакте, там информация появится чуть-чуть позже. Да, еще одна тема, которую я хотел бы с вами обсудить, это создание новой рубрики, что-то вроде ретро-игр. Старых игрушек, которые вы хотели бы увидеть в моем исполнении. Ну и для этого я создам в группе ВКонтакте отдельную тему, где вы сможете предложить тот или иной вариант, я все рассмотрю, проанализирую и путем личных предпочтений выберу подходящий вариантик. Потом начнем проходить, заливать на канал, все как обычно, потому что надо забивать дыры между прохождениями этих самых нашумевших блокбастеров, согласитесь. Ну, в общем и целом, все. Ребят, единственное, я хотел бы вас попросить, не надо так резко реагировать на появление Майнкрафта на нашем канале, потому что, ну, мы экспериментируем с этой игрой, смотрим, насколько она будет пользоваться спросом. Давайте лучше уболтаем Фредди пройти нам GTA 5 от первого лица, мне кажется, это будет гораздо интереснее. Ну и я хотел бы вам напомнить, что развитие нашего канала зависит исключительно от вас, дорогие зрители. И когда на канале стартует новое прохождение или выходит новый интересный ролик, или не очень интересный, желательно его все-таки посмотреть и нажать на палец вверх, потому что это способствует поднятию этого ролика в общем поиске на YouTube. Тем самым мы привлекаем аудиторию, тем самым наш канал разрастается. В общем, я прошу вас отнестись к этому с пониманием. С вами был Джейсон, и это был канал True Mania Games, игра от настоящих маньяков. Всем до скорых встреч, пока и удачи. Если ты настоящий геймер, если ты хочешь быть в курсе всех новинок игрового мира, если тебе интересно прохождение игр на YouTube, подпишись на игровой канал True Mania Games и посети паблик TN Games. Самые быстрые прохождения, трейлеры и новости из мира игр. True Mania Games. Игры от настоящих маньяков.